비디오, 안녕하세요, 여러분. 어, 이번 시간에 70과를 계속 공부해 봅시다. 어, 이번 시간에 요리 방법에 대해 어, 이야기해 볼 거예요. охибута сидяки былька йоги после йоги юрий памбубы натан мари мани свое да здесь то что касается именно способов uh, готовки uh, ну или каких-то действий которые uh, связаны с кулинарией и приготовлением еды кром сидяки быка та та это интересное слово, вы знаете, оно не только с едой связано, можно, например, например, да, я сходила в салон красоты и вот привела голову в порядок, вот так это лучше всего перевести, то есть это обработать, улучшить, подкорректировать а uh, говоря о приготовлении еды это uh, то что касается подготовительной стадии так громрихаги джоне чер чунби ха госуль от адам рагу и да то есть это Помыть, перебрать, вот, например, да, особенно это касается, конечно, овощей, грибов, ягод, да, вот того, что нуждается а, в какой-то а, дополнительной подготовке, да, непосредственно перед а, уже там жаркой, варкой и так далее. Дашианбон, да 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 Китайме купта. Это печь, запекать на гриле, в духовке в печи, да, ну вот прежде всего на гриле, а, да, много блюд корейской кухни имеют в названии куи, да, санисон куи, а, печеная рыба, да, запеченная, а кун пам, а, да? кайре, потом, а, со, а, кун памыр, мани, парайо. Да, осенью много на корейских улицах продают печеных каштанов, да? печеные каштаны, не только в Корее, да, а, сольда Сольда – это резать, но предупреждаю вас, что слов резать у нас тут будет много. Все как мы любим. Сольда – это, ну, если прям пытаться подобрать какой-то аналог, шинковать, то есть это мелко нарезать, мелко слайсами, там соломкой, кубиком, да, мелко нарезать. Китайме Пукта, Пукта. А тут uh, можете записать, что это uh, жарить, но еще допишите тушить. Кроме соль мёхе полькео. Кирым га терюрю хамке ноку юри ханын гасыл поктара гухео. То есть uh, это uh, вот в масле uh, или в соусе, э, Uh, поэтому тушить часто тоже подойдет. Да? Еще у нас есть такое слово пассировать. Да? Вот, uh, я, uh, потом кугл мандельги джоне, кугл кыриги джоне, хео. да? Кирме пассировать. Да? Нужно овощи перед тем, как добавить их uh, в суп. Дайме. Тяры, да царыда. А, как обещала, это тоже резать. Но смотрите, это вообще очень в общем значении резать. Да, например, кави ро царыда. Кави – ножницы. А, ножницами резать. Мури ры царыда. Да, например, да, мне вчера челку да, обрезали, аммори. Вот, а то есть это такое слово резать в самом общем э, смысле. А в контексте кулинарии э, это скорее рубить. Обычно, когда речь идет о более крупной резке, нежели э, со льда. Вот. Ну, не ручаюсь, что это прямо так строго, да, вот это мы пытаемся обозначить какие-то общие границы. Да? Вторая основа как будет образовываться от чары, да, вспоминайте, как мы поступаем, когда в центре ры. Адзайо, чалла. Чаллайо. Твигида, А вот это жарить именно в большом количестве масла, а, даже чаще во фритюре. Вот, а, да? Какта, Смотрите, это слово имеет значение стрич. Например, сон тубль, как какта. Догадайтесь, что это такое? Сон топ, сон какта стричь ногти на руках. Да? Или, кстати, пальтобль как то да, паль-то, как кальсусео, а также, например, вы могли или можете встретить это выражение э, в такой известной фразе э, «сделайте, пожалуйста, скидку», да, как да, или «аджумони», как то есть как бы «срежьте с цены», да, «капсель чем как кадюсео», а, вот здесь же, в контексте нашей темы, это э, очищать от кожуры, но именно, на, э, именно ножом, это важно, да, Кало, э, коптиры как-то да, «коптиль» – это слово нам сегодня еще встретится, «коптиль» – шкурка, кожура, кожица, скорлупа, в общем, очень широко, широко используется, да, поэтому запишите э, «чистить ножом», да, «камдяры какта», как та, какта», Уирул как-то, Сагварул как-то, а, Ирке, Ктаме, Кырида. это э, варить, но нужно обязательно э, пометить, что это именно тогда, когда наша цель получить э, именно вареную жидкость. То есть кугл Кырида, рамены Кырида, копирул Кырида. А, не знаю, там, компот, да, вот, вот, то есть, когда именно вы готовите вот эту жидкость в итоге, да, поэтому супы все корида, кофе, кофе. А, можете еще написать, кстати, довести до кипения, доводить до кипения, да, то есть, если я говорю мурль корида, у меня нет цели получить какой-то напиток, я именно кипячу воду, да, мурр корида. А, у нас еще попадется слово чуть позже самта, вот самта будет именно варить сам продукт в воде, пельмени, вареники, макароны и так далее. К тадида тадзида, Очередное слово резать. Сейчас mm -hmm. yeah. попробую объяснить. аджу текади чарада, чарада. То есть резать очень мелко, покрошить. Да, мы обычно говорим это покрошить. А, обязательно можете прям сразу записать э, маныль маныль чеснок манырэль тадида. вот это прям всегда потому что э, чеснок должен быть мелко порублен покрошен вот и прям вот один маныль есть прям такое понятие именно вот покрошенный чеснок да, а, да вот еще раз обращаю ваше внимание да у нас было «сольда», было да вот мы можем один и тот же даже продукт взять например ямпа «Ямпарыль сольдо ТАДЖИЛЬ А Если мы ее... ЯНПАРЫЛЬ СОЛЬМЕН. Как это будет? Такие, ну, кольцами, да? Порезать луковицу кольцами, например, да? ЯНПАРЫЛЬ Мелко ТАДЖИДА. Мелко-мелко покрошить. Вот прям вот покрошить, чтобы это были маленькие кусочки. Не, мадима, танунен, ТИДА. ТИДА. Готовить на пару. Тоже важный способ готовки 아, 여러분, 지금 좀 연습해 봅시다. 아, 이건 뭐예요? 커피죠? 맞아요? 그럼, 커피는, 어, 어떻게 요리해요? 커피를 요리하는 방법이 뭐예요? 네, 맞아요. 끓이기예요. 커피를 끓여요. 이 사진에서 누가 커피를 그리고 있어요. 그 다음에, 어, 여기 이 사람은 선이 <laughs> 있는데 어, 그럼 이 사람이 어, 뭐 하고 있어요? 채소를 따듬고 있어요. 따듬고 있어요. 따듬다. 비리비라ть, мыть, чистить, 달니 어, 어 프로세 그다음에 여러분 이거 뭐예요? 어, 중국 만두예요. 네, 한국 음식이 아니라 중국 만든 것 같아요. 어, 그럼 이 음식은 어떻게 만든 음식이에요? 맞아요. 찐 음식이에요. 어, 만두를 쪄요. 빌메니 вот именно такие, да, в таком виде готовятся на пару. 이죠 даже специальное т а 이 있어요. Манинео, ярубун, и когива, ятерль, вот такие мандеросо, мадяйо, кусойо, купта, да, обращаю ваше внимание, купта один из нескольких, немногих глаголов, в котором есть чередование пип у, да, поэтому прошедшее время кусойо. И к теме, мое, 라면이에요. 맞아요? 그럼 라면을 어떻게 해요? 요리하는 방법이 뭐예요? 맞아요. 끓이기예요. 끓이기예요. 아, тут немножко, конечно, можно задуматься, вроде как, 아, ну, можно просуждать, что вроде мы 아, лапшу же варим, да? Но нет, рамен рассматривается именно как вот общее блюдо, суп, где есть другие составляющие, есть какой-то да, бульон, да, поэтому просто запомните. Раме, ныр, всегда. Катайме. а, йоги, исарамен, мусль, хагуй сое, тесур, сольгой сое, тангин, ныр, сольго, и симнида. 네? вот он мелко рубит ровненькими, маленькими 어, кусочками, да? Гдайме. 이 여자도 아, 어, 피망을 면뭐 피망, 아, 피망을 썰고 있습니다. 맞아요? 이 남자는 뭐 하고 있어요? 고기를 자르고 있어요. 맞아요? 좀 그게 아, 어, 자르고 있어요. 나 그룹, 뇌는 그냥 그냥 루빗, 다 вот этот кусок мяса делит на две части, да? 자르고 있습니다. 그다음에 여기 이 사람은 뭐 하고 있어요? 볶아요. 네, 볶고 있어요. 어, 소스 같은 것을 만들고 있는데 어, 요리 요리하는 방법이 바로 어, 볶기예요. Вот именно это оно, да? Тушит, да? к к и р м 과 재료를 어, 같이 어, 넣고 요리하고 Исойо, кроника ПОКТА попта, рагу, хальсуй сам ИГО Игомойо спагеттио, а немен мен. Да, вы все знаете слово рамен, нэн, да, поэтому слово мен можете догадаться лапша. Да? Uh, и вот как раз uh, здесь нам понадобится слово самта uh, именно варить, когда ваша цель. Uh, сварить продукт. Вот вы не воду готовите. А не, не ваша цель не получить вкус какой-то этой воды, да, не сделать из нее суп или компот, да, а именно получить сваренный продукт, да, кроме мюннер, самкой сое. И оринн отоке мандынным сигее, отоке мандыру сое, вот тоже пример, да, именно слово «покта», тушение, да, вместе с маслом, вместе с соусом, а, вот так вот. Не, им сегун, вот окей, мандеросы, камдзяео, мадзяо, пожарили, именно вот во фритюре, да, с большим количеством масла, вот прямо с жареной корочкой со всех сторон. Не, 네. 여러분, 배가 좀 어, 고파졌어요. 네, 맛있는 음식 사진을 보니까 배가 고파질 거예요. 맞아요. 그런데 문법을 배워야 해요. 아, 이번, 이번에 배울 문법은 코나서예요. 아, 다봐있지 좀... Конструкция ко со Вообще, давайте сначала поговорим о том, что такое надо. Смотрите, в корейском языке очень много так называемых служебных глаголов, да, поскольку у нас нету э, м, ряда категорий э, э, глагола, которые есть, например, вот в русском языке. Да, у нас есть совершенный вид, несовершенный вид. Да, в корейском языке таких категорий нет. Поэтому э, очень развитые так называемые служебные глаголы, которые вот, вносят какой-то дополнительный смысл, дополнительный оттенок. И вот очень важный такой глагол это глагол нада, который вносит оттенок э, законченности. Вот. Оно может иметь разные формы. Здесь нам дали ко «со», на самом деле может быть также ко-намен, ко-наника. Вот. Чуть позже вы с ними тоже познакомитесь, но давайте сосредоточимся на этом. Коносо означает окончание одного действия да, и последующее начало другого действия. Вот. А в русском языке это выразить можно с помощью просто слова "после". После того, как сделано это, да, делается что-то другое. В принципе, зачастую вот сейчас увидите на примерах, если убрать "насо" ничего принципиально не изменится. Смысл-то сохранится, и последовательность действий сохранится. Вот. Но на как бы позволяет подчеркнуть тот факт, что вот это первое действие, оно окончательно завершилось. А, да? Давайте посмотрим примеры здесь. Да? Смотрим, uh, первым делом, uh, янгнём или хада, янгнём – это специи, приправы. Uh, и ну, вот тут смотрите, как м, падеж, да, сэнгсонэ, э, как бы куда, да, куда эти специи, <laughs> куда приправить. Uh, первым делом приправьте, заправьте рыбу, и затем ее uh, запекайте ее. Да? А часто вот, э, во многих учебниках э, конасо дается именно в теме юри, кулинарии, да, потому что вот, в инструкциях четких, э, особенно когда речь идет о последовательности, да, э, очень уместна эта грамматика и вносит вот, нужные акценты. То есть вот, сначала вот это, и только затем запекайте. Да? Ибан цесероль, сольго-насо, таринтероль, чунбианенгеть кеса. А, будет хорошо в первым делом да, усон, усон, в первую очередь а, порезать овощи, может быть нашинковать овощи, а, а затем приготовить другие ингредиенты. Ну, то есть, видимо, мысль в том, что другие ингредиенты там не надо слишком заранее там, доставать из холодильника или что-то с ними делать. Самбон, суденси, чем 먹으러 а, Суджин, не, не хотите сейчас пойти пообедать? А, а как вам такая мысль, с, с, сперва закончить, сориутонги, э, разбираться с документами? а затем уже пойти обедать. Ну вот тут вот прямо это очень напрашивает. Хотя, в принципе, можно было тоже сказать, что чем только. Это было, имело бы тот же самый смысл после. Вот сначала мы сделаем это и только затем пойдем. Но Коносо вносит дополнительный акцент, да, дополнительно подчеркивает а, завершенность действия. А, так, давайте я еще вам покажу парочку хотя бы примеров с конамен. Смотрите, конамен, вы, в общем-то, можете догадаться, да, у нас остается тот же самый служебный глагол «надо» «да» со значением завершенности действия, Амен, что у нас означает? «Мен» – условия, да, то есть, что получается? Условие плюс совершенность действия. То есть, ситуация, которая описана в главном предложении, наступает не просто при условии того, что описано в придаточном предложении, но и обязательно после этого, да, то есть по простому это если плюс потом, да. Давайте посмотрим примеры. намен да. Я вот как попью кофе поздно вечером, так плохо сплю, да. А, вот вот именно важно, да, это подчеркнуть, да, что во-первых именно это происходит после выпитого кофе, да. А во-вторых, если. Uh, второй пример. Янгугерой но муманимо конамеон, потаринаео. Когда или если, да? Я, как, я, я когда поем uh, слишком много баранины, да, у меня расстройство. Вот. Ну, не будем на этом uh, долго задерживаться. Давайте потренируемся конасо. Uh, да? Итак, посмотрим заготовку. Кугерой Монджо Пукта. Тесурэль Пукта. Давайте сделаем такую фразу из рецепта. Первым делом потушите мясо, затем тушите овощи, да, потому что овощи быстрее готовятся, да. Давайте. Кугирль, монджо, покко насо, цесорль, покусео. Кытаемые. Тубурль нота. Положить тофу. Ну, там, не знаю, готовим, например, тиге. Да? Чогум но та. Па – это зеленый лук. Давайте скажем. Первым, да, сначала положите тофу, через какое-то время отдельно уже, да, положите зеленый лук. Не, хэбулькайо. Тубурыл но ко насо. Чогум хуэ вот это слово, которое я вам обещала показать. Варить именно когда ваша цель сварить продукт, да? получить вареный продукт. Да? В данном случае тальгель, слово напоминающее о курице, да, это куриные яйца. Цянмуре секида. Остудить в холодной воде. Помним, да, когда мы говорим про холодную воду, холодные, холодную еду, это ни в коем случае не чун, это «тян», да, вот как здесь. Итак, давайте сделаем. Попробуйте остудить яйца, сварив их, да, после того, как вы их сварите. Не самку насо цанмуре сикобузео. Кдаме. чаль Немножко отойдем от темы кулинарии, ненадолго. Выслушать внимательно задание. Пуропуда. Попробовать и решить. Не мунзируй чаль тко насо. Проверься, Не Да. Затем, я буду ПРОЧИТАТЬ текст. Задание, ответь. Ой, тут я немножко поторопилась. Ну ладно, uh, все равно давайте сделаем. Ответьте на вопросы. ПРОЧИТАВ текст. Да, я ИЛЬКО читать текст. Затем, я буду читать ХАДА. МЫТЬ посуду. буду читать Прошедшее время нужно сделать. Давайте. После того, как я вымыла посуду, я сварила кофе. Давайте. Чуропада, чудикада. Давайте сделаем. Да. После окончания устроиться на работу. Чуропаго наса чудикаль коэю. 우스유 네. 그럼 여러분 이제 대화를 들어봅시다. 읽지 말고 어, 그냥 어, 들어보세요. 그럼 또두 어, 사람들이 그, 타완 씨와 수진 씨가 어, 요리 방법에 대해 이야기할 거예요. 어, 여러분 수진 씨가 어, 무엇을 잘 만드는지. 아, 그리고, 아, 이 음식을 만들려면 무엇이 필요한지, 음, 알아보세요. 네. 예? 준비하세요. 수진 씨, 불고기는 만들기 어려워요? 저도 할수 있을까요? 불고기요? 별로 어렵지 않아요. 타완 씨도 할수 있을 거예요. 일단 소고기하고 당근, 양파, 버섯 같은 재료가 필요해요. 소고기, 당근, 양파, 버섯. 그리고요? 먼저 소고기에 양념을 해야 해요. 소고기에 배즙, 간장, 설탕, 마늘을 같이 넣어 잘 섞고 나서 2시간 정도 두세요. 나중에 그걸 볶으면 되는데 그때 당근, 양파, 버섯을 넣으시면 돼요. 그리고 간을 맞추면 끝이에요. 그래요. 생각보다 간단하네요. 집에서 한번 해볼게요. 네, 잘 들었어요. 그럼 수진 씨가 무엇을 잘 만들 수 있어요? 네, 맞아요. 불고기, 불고기를 잘 만들 줄 알아요. 그럼 이제 같이 읽어봅시다. Суддин Си, пульгогины, мандльги орео, хальсу и сылькайо. Суджин, готовить пульгоги трудно? Как думаешь, как думаете, у меня тоже получится? Обратите внимание, здесь лькайо в каком значении? Как вы думаете, да, как по-вашему, обращение за мнением собеседника? И сложно здесь именно орео, потому что это не про физическую трудность, да, а вот как бы сообразить, суметь. Не. Пульгогио, пеоло, рюптяное, таванщидоу, альсу и ильтан, согугиагу, танган, ямпа, посотка, танчирега, перее. Пульгоги, да не особо сложно. А, и у вас таван получится, мне кажется. Да, тут илькое, это предположение, да, да должно получиться. А, Ильтан первым делом, да, в первую очередь. Ну, прежде всего понадобится говядина, морковь, лук, репчатый, грибы, да, котын, терюга, Ну, мне стоило начать, да, понадобятся такие ингредиенты, как, да, вот это вот котта вносит такое значение, да, такие ингредиенты, как когда вам нужно, когда вы в конце обобщающее слово какое-то даете, а перед этим приводите примеры, уточняющие, собственно, да. Согоги, тангын, ямпа, посот, криго Да, говядина, морковь, репчатый лук, э, грибы. Э, дальше что? Панджо, согоги янг нюм вот опять, обращаю ваше внимание, не совсем для нас привычный, да, падеж, э, э мы, то скажем, как мы бы сказали, замари... да, приправить что, мясо, да, но здесь именно э, как бы, куда приправу, да, первым делом заправьте э, мясо, да, ну, то есть речь идет о приготовлении некого маринада, заправки, да, где мясо полежит, согогие, – «пэдзип», «кандзян». Соль -до, а, так, давайте внимательно посмотрим. Значит, после того, как вы добавите к мясу, вот Э здесь можно тоже как к мясу перевести. педип грушевый сок, очень важный, кстати, ингредиент, именно он придает такой э, очень необычный э, сладковатый привкус этому блюду, да, 5B, яке, талькум хан Кан соевый соус, сольтан, сахар, э, чеснок, значит, э, да, после того, как вы все это положите, и чаль соккона со, сокта, тоже важное слово в нашей кулинарной теме, перемешивать. Все хорошенько перемешаете, Uh, оставьте на примерно часа два. Туда это буквально оставлять. Ага. На джунге это значит позже, да? потом. Uh, потом, и вот смотрите, какая тут грамматика, строго говоря, у вас ее не было, но она, в общем, понятна. Имен да. У нее есть такой оттенок. Достаточно лишь сделать вот это, да. Вот, вот вы это сделаете и все получится, да. То есть вот проблема решаема при выполнении этого условия, да? Позже надо будет просто это потушить. И в этот момент, да, когда будете тушить, нужно будет просто положить морковь, лук, грибы. Кригу канель к Интересное выражение: канель матчу Значит, смотрите, «кан» вы можете проассоциировать с соевым соусом, «кандзян». А, канель матчуда» часто можно переводить как «посолить», но с той оговоркой, что м -м, соль… Не, Солим не обязательно мы солью, и особенно, когда речь идет о Восточной Азии. А, да, солить можно соевым соусом, а, еще как-то. Вот, буквально это как бы значит «настроить» степень солености, да, потому что мать сюда это вот как бы настроить, да, это а, такой побудительный глагол, а, связанный с матта. Да, мат сюда это сделать так, чтобы было матта. Вот, а, да, поэтому, ну, мы можем сказать, посолите по вкусу, да? да, затем надо будет посолить по вкусу, и все, к конец на этом. Крео, сингак пудок, анда на Да, ой, это проще, чем я думал.

Анио, ямпароль по когероль по а, Мясо первым делом надо потушить? Нет. Сначала нужно потушить лук и затем только а, мясо. Да, вот видите, вот здесь прямо вот это конасо прямо вносит четкое разделение, да, границу между первым действием и вторым. А, даже хотя тут нет никаких слов монджо, усон. Да, ну вот и, и явно смысл проявляется. Так, э, ибон хебулькайо, камдзарыл твигида. Что это значит? Камдзарыл твигида. Uh, жарить картофель. Именно в масле, да, во фритюре или в масле. Так, э, ищем, что подойдет. Наверное, тоже что-то пожарить, да, вот. А, давайте зададим вопрос. А, картофель в первую очередь жарить? Давайте, по примеру. Камдзарыл, монджо, твигилькайо, Аньо. Давайте делаем. Сеурл монжо твиги го насо. Камзарл твиги ойо. Не? Суксо – это жилье, именно ну, временное жилье, да, гостиница, хостел, там съемная квартира, все это суксо. А, давайте зададим вопрос по примерчику, да. Суксурл Монджо я Калькайо. Забронируем, да, прежде всего, жилье. Аньо. Ну вот, на тему путешествий подходит, да, давайте. Да, нужно позвонить в турагентство и то арапу, да, еще выяснить, да, еще что-то уточнить, да, давайте сделаем. Юхинг сае чонхае со то го Суксуруль яякэо. Да, сперва мы, значит, еще выясним и затем только будем бронировать. Сабон. Сине кванганаро нагада. Ну, как бы выехать в город, в качестве как бы будучи туристом, да, осмотреть город, да, смотреть центр города. Что нам осталось? Хандзюнэль монджохада. Давайте задаем вопрос по примерчику. Да, ну что, первым делом поедем смотреть центр? 시내의 관광하러 나갈까요? 아니요 먼저 환전을 하고 나서 시내의 관광하러 나가요 네, 빼룸 젤럼, 쪼도 젤럼 환전을 하다 어, 무슨 뜻이에요? 어, 그 돈을 바꾸다 와 비슷한 말이에요 менять деньги, менять валют да? 마지막으로 어, 연습 2 해봅시다 Арея оттон Сунсо. Важное тоже слово в этом нашем уроке. Мы все время работаем а, с этим понятием хронология, последовательность, да. Итак, в какой последовательности а, делается это блюдо? И будем сейчас рассказывать, используя всеми силами а, грамматику конаса. Не? 먼저 Вот ее. Печем. Запекаем мясо. Кыригонасо, кстати, посмотрите, да, можем как бы стянуть кыроке хода в кыри, да, и таким образом сказать. Но мы давайте проговорим, нам все полезно, давайте скажем. После того, как запечете мясо, кугирл купко насо мухео, почистить морковку, да, танген коптирл какаю да, как то -да. Помните, было слово именно чистить ножиком, ну или каким-то специальным вот, приспособлением. Так, давайте, после того, как почистим, что будем делать? Тушим э, овощи, да, давайте. А, Танген ка как у насо, чесорл покаю. 네? Прайпене кирмл ноко, а, 네, не давайте скажем, после того, как хорошенько, ну, давайте скажем, минут двадцать потушить, например, да, или пятнадцать. Шибо поконасо, княн, покко насо, кинян положите красиво на тарелку. Кром, юробун, иди, матиге смнида, Видео уроки корейского языка.